Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.ком. Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине. Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет всячески блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут выделять помощь Киеву из собственного кармана. «Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю, с какой стати», — цитирует РИА Новости слова американского президента. Напомним, ранее газета «Вашингтон-Пост» сообщила о том, что Трамп поручил исполняющим обязанности аппарата главы Белого дома заблокировать выделение Киеву военной помощи. По имеющимся сведениям, речь идет о сумме в 400 миллионов долларов. Причиной приостановки выделения средств американская сторона назвала высокий уровень коррупции на Украине. После этого агентство Reuters информировало о том, что сенатор-республиканец Рон Джонсон во время визита на Украину пообещал руководству страны, что обе американские партии восстановят выделение помощи Украине, даже если президент ее заблокирует. Сам Джонсон говорил, что обсуждал этот вопрос с Трампом, и глава государства заявил, что об Украине должны позаботиться в том числе и европейские страны, так как Украина находится у них на заднем дворе. На этом пока все. Еще больше информации и новостей на сайте военноедело.ком.